Здравствуйте, сейчас я вам расскажу про Cherry Kids, качество крем от 0 до 10 лет. Итак, цена за килограмм 1468 рублей, но на эту упаковку у нас идет скидка в 40%. То есть сейчас цена за 1 килограмм будет 880 рублей. Так, в упаковке 18 килограмм 950 грамм, количество единиц в упаковке 88, и себестоимость 1 единицы получилась 190 рублей. Итак, вот эти носки идут по одной себестоимости. Здесь 5 пар, как они идут гольфы, 28 до 32 размера. Столько нету? Таких вот 26 и 28 размер гольфы. Раз, два, три, пять, четыре пары. Такие вот носочки. И вот такие вот двое носочков похожих. И по одной себестоимости идут вот такие вот носочки на 3 годика. В упаковках все. Такие теплые носочки. И вот такие тапочки, они соединены, они новые, и вот с силиконовыми подошвами. Так, за одну единицу товара идут шапки. Вот такая вот шапка, искусственный мех. Такая шапочка. Такой наборчик от 3 до 6 месяцев с этикеткой. Такая вязаная шапочка, такая вот как повязочка, такая шапка, такая вязаная с этикеткой, такой шарф с кармашками. Джордж. Вот такой вот набор. Шарф, шапка и перчатки с этикеткой. Такая шапка с этикеткой. Так она. Не подскажешь, лицевая сторона. Где здесь? Какой? Такая шапка. О, печи какой. Вязаная шапка. А, так это в другом здании вообще. Аксессуары. Я там был, там нет. С помпошками. Тут нету. Такая же повязочка. Шапка панда. На втором этаже, посмотрите, там что-то есть вроде. Такая шапочка, как беретик. Здесь, да? И вот такая шапочка, кошечка с этикеткой «Атмосфера». То есть все эти шапки идут по одной, за одну единицу себестоимости. Также за одну единицу идут такой вот чепчик, носочки, как гольфы, такие вот трусики до года, вот такие, вот такие уже, такие уже, размер у них 15-й, такой вот чепчик маленький, и вот такие вот, они тоже 14-го размера. Так, кофточка на рост 62 сантиметра, такая танковка на год. Такой костюмчик, примерно год. Штанишки 3 месяца. Костюмчик год, до года. Такая вот толстовочка на 110 сантиметров. 25. На полгода. Такие штанишки от 3 до 6 месяцев.
Волга 110 сантиметров рост. 3-6 месяцев. Такой вот костюмчик 3-6 месяцев. Такая вот кофта флисовая в упаковке. На 5-6 лет. Безрукавка на 1,5-2 года. Бэтмен, она утолщенная, внутри мягкий флис, с такими вот, с таким капюшоном. Костюмчик от 0 до 3 месяцев. Костюмчик на 1 месяц примерно. Такой вот комбинезончик. Такая безрукавка на 24-36 месяцев. Очень мягкая, но это не натуральный мех. Внутри подклад. Штанишки на рост 122. Такой вот до 3 месяцев. Кофточка мягкая. И до 3 месяцев. Примерно 3 месяца. Такая безрукавка. Она утолщенная. На возраст примерно 5 лет. Юбка на возраст 4 года. Безрукавка. Длинный ворс на возраст 3 месяца с этикеткой. Штанишки 1 месяц примерно. Такая вот кофточка. Утепленный комбинезон, очень утепленный. На H&M на до 2 месяцев. Такая кофточка. Внутри длинный ворс. Это примерно год. Костюмчик примерно год. Утепленный. Кофточка примерно 4 года, теплая. Леггинсы XS, такой вот до 3 месяцев костюм. Он не сильно уплотненный, и внутри это катышки. Такие вот джинсы на 6 месяцев с этикеткой. Кофта на рост 74-80, длинный ворс, утепленная. Такой вот костюм, утепленный, и на возраст 18 месяцев. Костюмчик на рост 104 сантиметра с этикеткой, с половиной этикетки. Очень мягкий. Костюмчик на 18 месяцев. Он очень уплотненный и теплый, с ушками. Платьице. Мини. На год примерно. На рост 86-92 с этикеткой, флисовая кофта. Длинный ворс на возраст 12 месяцев. Костюмчик на 98 сантиметров рост с этикеткой. Вязаная кофта на возраст 2-3 года.
костюмчик 3-6 месяцев. Такая вот без рукавочка. Искусственный мех на 2 года и искусственная замша. На 10 лет рубашка. Без рукавочка, как болеро. На 8-9 лет искусственный мех. Такое вот полупальто на 6 лет. Ну, на ощупь мех натуральный. Такая вот двойная рубашечка на 6 лет с этикеткой и вшитая футболка. То есть она идет по всему периметру вот до сюда, внутри. Плисовая кофта мягкая на 4 года. Брючки пыльные немножко на возраст 12-18 месяцев. Джордж на 4 года и больше. На рост 62, неутепленная. Вязаная кофта на рост 98-104. Футболочка на 18 месяцев. Вязаная кофта Next на 4-5 лет. Очень плотная. Такие вот джинсы на 6 лет на девочку. Костюмчик не утолщенный, на рост 74. Толстовка. Она теплая и размер у нее S. Спортивные брюки на рост не указан, это примерно 4 года, внутри флис. До года. Джинсы 5-6 лет. Джинсовая рубашечка на 4 года примерно. Флисовая кофта на замке. Размер у нее на 10 лет. Танковка Next на возраст 3-4 года. Такая вот футболка на 10 лет. Марк & Спенсер. Такая без рукавочка. Мех искусственный и замша искусственная. Толстовка Puma, она утепленная, внутри флис, 11-12 лет. Такая танковочка на возраст 12-13 лет, Эдикей. Джинсовая рубашка 146 рост. Такая вот меховушечка F&F. Мех искусственный, подклад обычный. На возраст примерно 5 лет. Такой халат Бэтмен на рост 122 примерно, махровый. Комбинезончик на возраст примерно 5 лет и, может, чуть больше. Внизу у него шорты. Джинсы. Размер у него на рост 82, примерно на 10 лет. Они немножко пыльные. Здесь. Такая вот танковка на 13-14 лет. Сзади вот такая. Такая футболка на 4-5 лет в упаковке. Куртка
На возраст 10-12 лет. Здесь небольшие пятнышки. Здесь пыль. Она утолщенная. Есть поролоновая прослойка. Тонковка с этикеткой. Размер у нее на 12-13 лет. Вот вязаная кофта с капюшоном. Капюшон утолщенный немножко. На рост 9, возраст 9 лет. Джинсы на 14 лет. Такие. Джинсы на возраст 10 лет. Такие джинсы на 4 года, 4-5. Безрукавка меховая, мех искусственный, подклад обычный. Возраст 13-14 лет. Платье на 7-8 лет. Это Дисней. Такое. И кроссовки. Размер у них 32 с этикеткой. Спасибо за внимание.